Форум «Волна надежды» собрал десятки семей. У кого-то из ребятишек проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Кто-то имеет хронические заболевания дыхательной системы. Цель мероприятия – дать всестороннюю информационную поддержку родителям. Спикерами на встрече выступили травматолог-ортопед, врач-педиатр, невролог и другие специалисты. А детский массажист провела мастер-класс по накладыванию тейпов. У маленькой Алисы проблемы с ножками, парапарез нижних конечностей. Эта технология стимулирует правильную работу мышц. Без этих форумов очень было плохо. Это все сами набивали шишки, сами бегали по врачам, ездили туда, ездили сюда. А когда вот так вот, ну, посмотреть там либо передачу, либо просто прийти и тебе подскажут, то, конечно, это очень хорошо. Чтобы сделать этот день по-настоящему незабываемым и увлекательным, партнеры форума подготовили творческие площадки и развлечения, танцы, игры, мастер-классы по созданию лизунов и по рисованию. В рамках форума все желающие взрослые и дети могли поучиться расписывать пряники. Предприняли попытку и мы. Вот таким вкусным и сладким РТС еще не был никогда. Организатор форума «Волна надежды» – предприниматель Татьяна Ширковец. Ее спортивно-оздоровительный клуб провел отбор ребятишек в возрасте от 0 до 7 лет для индивидуальных бесплатных занятий в бассейне. То есть родители экономят свой семейный бюджет порядка 15 тысяч рублей. Два раза в неделю на протяжении 3 месяцев дети будут заниматься плаванием, укреплять свой организм, укреплять свой иммунитет, ну и также хорошее настроение получить и пользу огромную для здоровья. Кстати, набор на занятия по гидрореабилитации по-прежнему открыт. Записаться и узнать подробности можно по номеру телефона, указанному внизу экрана. Оскар Артамонов, Станислав Колчинаев, РТС.